Второй по величине город в стране, в Эфиопии. А когда в 2013 году сюда приехал Гумилев, Дорида, по сути, только строился. Это город, который возник около железной дороги, как ворота в страну железной дороги Джибути-Аддис-Абеба. Город был, если так можно сказать, по отношению к эфиопскому городу начала 20 века европеизированным. Здесь французы, греки, армяне держали отели, кафе, строилась железная дорога, обслуга, естественно, была европейской дороги. И Гумилев не приехал сюда. Вот это одна из историй. Железная дорога с самого начала была в довольно-таки плохом состоянии, и он доехал только половину пути от Джибути до Дорида. Дальше с помощью дрезины и пешком он пришел в этот город.